Hey guys, what's the day today? Oh, actually, it's Tuesday, April the 2nd. Как вы уже, наверное, догадались, мы сегодня будем говорить о датах. На самом деле все не так сложно, но мы начнем с самого начала. Как бы мы записывали дату в русском языке? Да-да, цифрами, мы сейчас не говорим о буквах, первоначально цифрами. Сегодня 2 апреля 2019 года. Соответственно, мы бы записали 2.04.19. То есть, когда мы говорим о британской версии английского языка, то они будут записывать дату точно так же, как и мы. 02.04.19. В Америке все будет несколько иначе. Они начинают с месяца. Соответственно, краткая запись даты будет выглядеть 04.02.19. Необходимо это помнить, если вы переписываетесь со своими партнерами, потому что иногда могут возникать непонятные ситуации, особенно как с сегодняшней датой. 02.04. Где здесь месяц, а где здесь дата? Собственно, короткий стиль записи влияет также на то, как мы произносим дату в британском и американском языке. В британском языке мы произносим все по порядку. Соответственно, сегодняшняя дата звучала бы в британском стиле. The 2nd of April. В американском языке, поскольку месяц идет первый, мы таким образом и произносим дату, которую записываем. April the 2nd. Мне кажется, в американском языке даже немножко проще. Snapple fact. Если бы вы переписывались с партнерами из Азии на английском языке, то вам необходимо было бы отметить, что они дату записывают задом наперед. Они начинают с года, продолжают месяцем и заканчивают датой. Соответственно, короткая запись выглядела бы 19.04.02. С датой разобрались. Но мы же все люди занятые. Соответственно, нам необходимо планировать встречи, договариваться о них, помнить о своем расписании. И это значит, что нам необходимо знать, как рассказать о времени на английском языке. Сейчас ровно 6 часов. В английском языке существует несколько вариантов, как сказать об этом времени. Первый вариант. It's 6 o'clock. O'clock мы используем тогда, когда говорим о точном времени. 6 часов, 5 часов, 7 часов. O'clock не используем, когда мы говорим 7.15, например. Второй вариант, как сказать, что сейчас 6 часов. Мы можем сказать it's 6 p.m., потому что это вечер, как вы видите. В английском языке мы используем аббревиатуру a.m. и p.m., что, соответственно, означает до полудня и после полудня. Эти сокращения пришли из латыни и произносятся как antemeridium and postmeridium. Важно запомнить, если мы говорим о любом времени после 12 дня, мы добавляем аббревиатуру p.m. Если мы говорим о любом времени до 12 дня, мы добавляем аббревиатуру AM. Самое главное не запутаться, когда вы говорите о полуночи и полудни. Запоминаем. Полночь – 12 AM, полдень – 12 PM. Не перепутайте, иначе могут случиться всякие казусы. Хорошо, опять-таки возвращаемся к нашему времени. Ровно 6 часов. Конечно, сейчас мы уже уйдем в литературный стиль, но возможно подчеркнуть это слово «ровно». It's 6 o'clock sharp. Не могу сказать, что в повседневной речи это используется довольно часто, но для официальных встреч это может использоваться. Но что делать, если у нас сейчас не ровно 6 часов? Давайте разберемся поэтапно. Допустим, сейчас 6.05. Даже в русском языке я использовала этот 0, хотя мы можем сказать 5 минут 7, 6 часов 5 минут. В английском языке существует несколько вариантов, как об этом сказать. Но что делать, если у нас не ровно 6 часов? Допустим, сейчас 5 минут 7. Как об этом сказать в английском языке? Давайте представим себе запись, как мы это сделали бы с помощью чисел. Это бы выглядело 6.05. И мы произносим все, что мы видим по порядку. Соответственно, наше предложение будет звучать It is 6.05. То есть этот нолик мы произносим как O. И таким образом мы будем произносить минуты от 1 до 9, потому что в записи все время будет 0. It's 6.01, it's 6.02, it's 6.09. Дальше мы переходим к 10 минутам. 10 минут 7. В американском языке все очень просто. Мы опять-таки продолжаем произносить по порядку все, что у нас есть. It's 6.10. Можем добавить It's 6.10 p.m. В британской версии языка мы можем использовать ту версию, которую мы часто используем в русском. Мы говорим 10 минут 7, они скажут 10 минут после 6. It's 10 past 6. It's 10 past 6 p.m. Дальше у нас идет четверть. Мы можем сказать 6.15. Произносим обычным для нас образом в американском языке. It's 6.15 or it's a quarter past 6. 15 минут 7 или 15 минут после 6. Дальше у нас идет половина. Можно сказать обычным образом, просто читаем все по порядку. It's 6.30. It's 6.30 p.m. Можем же сказать половина после 6. It's half past 6. Обратите внимание, что с четвертью мы ставили артикль «э». Вернемся еще раз. It's a quarter past 6. Конечно, в разговорной речи его часто опускают, но все-таки самый правильный вариант с артиклем. Когда мы говорим о половине, артикль не ставим. It's half past 6. It's half past 6 p.m. Дальше в русском языке мы привыкли говорить без. Без 20, без 15, без 10. Стрелка в данном случае направляется к какому-то времени.
Поэтому, когда мы говорим о направлении, мы часто используем предлог to. И здесь, хотя напрямую мы не говорим о движении, мы тоже будем использовать предлог to. Допустим, мы хотим сказать без 27, то есть стрелка направляется к 7. Соответственно, мы можем сказать it's 20 to 7. It's 20 to 7 p.m. Понятное дело, американский вариант всегда в силе. То есть вполне правильно говорить it's 6:40 p.m. Никто вас за это не винит, и американцы чаще всего так и делают. Идем дальше. Без 15:07. Вы уже помните, что когда дело идет о 15, мы часто используем слово quarter, или наиболее правильным вариантом с артиклем a, a quarter. Соответственно, мы можем сказать it's a quarter to 7. Если говорим о без 10, it's 10 to 7. Без 5, it's 5 to 7. Также не забывайте, что у нас есть конкретные названия для определенного времени. Допустим, полдень мы можем назвать noon, полночь мы можем назвать midnight. Зачастую мы не просто говорим о времени, которое сейчас час, но мы используем время для того, чтобы назначать какие-то встречи. Допустим, увидимся с вами в 6:15 в субботу. В данном случае нам необходимо уже помнить не только о времени, но и о предлогах времени. А об этом мы с вами поговорим в следующем видео. Сейчас предлагаю вам написать в комментарии время, когда вы смотрите это видео, и дату. До встречи на следующей неделе!